Весна для меня еще с кружка юнатов всегда начиналась с незабываемого запаха тополя бальзамического. Вот он как раз и есть, этот тополь бальзамический, которого так много в Москве, и который летом немножечко нас изводит своим пухом. Вернее, не весь тополь, а его женские экземпляры. Попробуйте у тополя, вот сейчас вот почечку возьмите вот так вот между пальцами, и понюхайте, но это просто вот фантастический запах, немножечко смолистый, но вот весна, настоящая весна в этом запахе. И что нужно сделать, я думаю, каждому, кто хочет, чтобы весна точно пришла к нам, срежьте веточку тополя и поставьте дома в воду, в бутылочку или в вазу. И буквально через 2 недели тополь у вас распустится. У него будут такие вот нежные клейкие листочки с характерным запахом бальзамическим. Ну, а потом при желании вы сможете даже его укоренить. Вот такой вот замечательный тополь бальзамический. У него есть недостатки, но, по-моему, достоинств у него тоже очень много.